Информация предоставлена компанией «Телетрейд». Рада всех приветствовать, уважаемые дамы и господа. В первую очередь хочу поздравить всех с прибылью. Тем, кому не спалось этой ночью, удалось заработать обещанные мною $400 на валютной паре новозеландский доллар к американскому. Вдобавок к этому, сегодня на азиатской сессии мы могли наблюдать достаточно интенсивное движение по японской иене в паре с американским долларом. Причиной тому стала публикация данных по продажам 5-летних облигаций в Японии. Этого толчка ждали долго, и тот, кто дождался, смог совершить сделку с итоговой прибылью порядка $300 при работе с стандартным контрактом. Сегодня, как отмечалось ранее, рынок не насыщен с фундаментальной точки зрения. Но стоит выделить данные, которые ожидают основные игроки. В Испании сегодня публикуются данные о средней доходности долговых облигаций. Колебания доходности внимательно отслеживаются как индикатор государственного долга и представляют собой тот доход, который инвестор получит за весь период владения бумагами. И стоит отметить, что по прогнозам экспертов ожидаем незначительный прирост показателя. Немного подпортят настроение в Европе данные по индексу текущих экономических условий и настроение в Германии и в самой еврозоне. Данные, по которым планируются ниже предыдущих значений, что может привести к локальному падению евровалюты. В Америке сегодня после выходных публикуются изменения объемов запасов сырой нефти. Эксперты разделились во мнениях, касающихся прогнозов данного значения, поэтому нас могут ожидать сюрпризы. И еще кое-что интересное. Сегодня публикуется баланс бюджета правительства России. Данные, правда, предварительные, но тем не менее прогноз значения ниже предыдущих данных может подтолкнуть котировку доллар-рубль еще выше. Думаю, что данные новости позволят вам приумножить свой капитал. Если же у вас нет возможности разбираться во всех тонкостях торговли на финансовых рынках, вы можете воспользоваться помощью профессиональных управляющих, которые уже заработали на счетах своих инвесторов порядка 20% прибыли за текущий месяц. И хотелось бы напомнить вам о прохождении уникальной акции в компании Teletrade. Мы продолжаем дарить всем желающим бесплатное обучение. Что необходимо сделать? Всего лишь позвонить по телефону 278-04-00. Получайте знания, которые помогут вам заработать уже сейчас. Сегодня на этом у меня все. Удачных вам торгов и приятных профитов. С вами была Екатерина Овечкина.